Здравствуйте всем. Хочу сегодня сделать второй цветок на нашу стойку. Первый цветок мы делали, это роза была из фоамирана, с блестками, который фоамиран. Сейчас, секунду, фокус наладим. И сейчас у нас будет, покажу в конце, как он выглядит, этот цветок. Потому что вы же знаете, что я всегда делаю, так скажем, на глаз. И тут два цвета. Один толщиной 1 мм, а другой 2 мм. Они все 50 на 50. Я сейчас разрежу и скажу вам размеры и количество лепестков. Так будет удобнее. Так, первый у нас 18 штук. 16 на 16. 1 мм. Это у нас фоамиран другого цвета. Розовый поярче. 2 мм. 27 штук. 16 на 16 размер. И последний у нас 12 штук. 2 мм. 25 на 25 сантиметров. Посмотрим, какие, хватит ли мне 12 штук, если что, еще 6 добавим, посмотрим. Теперь давайте форму покажу. За основание, как всегда, мы будем брать с вами шар из фольги. Он будет более-менее легенький. Берем первые 18 штук, 16 на 16, 1 мм. Я беру по 2, складываю их и вырезаю. И формировать мы их плавить никак не будем. Вообще никак. Вот мы их нарезали, и уже все. Это наше готовое, так скажем. Вот такая вот форма. И делаем так все. Я все нарезываю, последние лепестки, вот эти вот большие, которые у нас, мы их с вами будем плавить. Как и плавили в тот раз, я вам показывала уже. Вот так вот форму. Подольше трейте. Вот так и вам эту форму делать. Вот что у вас должно получиться. Вот такая волна. А вот эти лепесточки мы не будем так делать. Только последние. Так, ну что, давайте с вами вместе клеить. Я вырезала круг. Это для того, чтобы закрыть серединку. Все как всегда. Сейчас мы его приклеим. Да блин. Приклеиваем, и в любом случае серединки у нас не будет видно. Шарик у меня, сейчас размер вам забыла сказать, извиняюсь, 12 сантиметров. Ну, целая фольга. Вот такой вот, как всегда мы с вами делаем, легенький. Берем вот эти вот, которые у нас первые, и начинаем по кругу приклеивать. Только вот я думаю, на каком расстоянии сделать первое так, чтобы закрыть. До середины приклеим. Потом посмотрим. Так, вот пока на таком уровне первый. Вот так даже еще можно. А второй нам надо приклеить так. Вот, смотрите, чтобы закрыть середину вообще. Даже три так приклеим, чтобы серединку закрыть.
А, у меня клеит. Я выключила. Я думаю, что он не клеит. Сейчас. Вот. Смотрим по этому лепестку последнему. Приклеиваем. Немножко у меня будет видно серединку. Дальше. Вот таким образом. Мы с вами делали похожий цветочек, но там были все, как бы, во-первых, он был настенный, во-вторых, там были все одного размера. И они были волнистые еще, по-моему. И так по кругу продолжаем. Я еще закрою серединку. Поднимаюсь чуть-чуть выше. Это для того, чтобы закрыть серединку. Даже можно просто вот так их склеить. И все. Если у вас серединка сильно торчит, просто приклеивайте первые лепестки. Приклеила, вылила клей. И все, и у вас не будет ничего торчать. Таким образом. Я просто к серединке приклеиваю вот. И вот эти немножко натяну. Какой планеран вот этот 1 миллиметр, вот этот розовый. Даже не скажешь, что он китайский по качеству. Он, знаете, такой прям нежный-нежный. Теперь клеем следующие потолще, которые можно сделать все вот такого цвета. Видите, какая нежная получается, как розочка такая не раскрывшаяся. И смотрите, еще важно, вы не прижимайте прям вот так вот, не клейте, а оставляйте. Вот я, смотрите, сначала один кончик приклею, потом другой. И у меня вот такая вот форма получается. А здесь, наверное, я немножко сделаю вот так, смотрите, волной некоторые лепесточки. Вот так вот. Чтобы было интересней. Да, вот так красивее смотрится.
вот что у нас получилось, и теперь клеим большие. Вот, смотрите, красота. Вот это такой цвет классный. И вот примерно чуть повыше я клею вот эти вот уже большие самые. Девочки, вот что получилось. Очень мне нравится вот этот цвет. Третий я, наверное, сделала весь вот таким цветом. Очень он мне понравился. Вот такой вот в диаметре он у нас получился. Сейчас посмотрим. 35 сантиметров он у нас получился в диаметре. Хочу сказать всем спасибо за просмотр. Присылайте фотографии в контакт, в группу, кто будет делать такую же стоечку. И сейчас я его поставлю на ножку, только ножку я еще листья не сделала. И покажу вам на ножке его вместе с тем цветком. Так, высота у него метр. У этого метр 30 примерно, по-моему, не помню уже точно. Листья мы с вами будем делать во влоге. Я уже здесь сделала 2 листочка, потом еще добавлю. Это просто, чтобы знать, куда их делать. А то, если вы сделаете сначала листья, а потом закроете это все цветами, нужно в промежутке листья делать. Вот так он смотрится. И еще сюда вот такого вот цвета сделаю обязательно. Очень он мне понравился. Будет переход бело-розовый, из розового в нежный, персиковый он такой какой-то. И здесь будет какой-нибудь большой цветок, вот такой вот, вот план. Не знаю, насколько мне хватит, если что, опять какой-нибудь цвет добавим. Мне нравится, как эта стоечка смотрится. Вот эти цвета хорошо сочетаются. Я хотела белым, но белый обычно он грязный, поэтому вот этот интереснее смотрится. Можно еще побольше даже сделать этот цветочек, если у вас будет время и бумаги, говорю, померано побольше. Вот. Я, может,
подумаю завтра, потому что время уже поздно. Может, завтра еще побольше чуть его сделаю. Посмотрим. Ножка пока синяя. Это 16 труба. Потом уже сделаем ее завтра. Цветную сделаем, зелененькую. Вот, а листья у него сейчас покажу. Вот такие вот тоненькие листочки. Что, буду с вами прощаться? Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, до новых встреч.